чутили? Хоч тупить. Зроби щось для революції. Та от, знімають. Така українська революція. Весела. Він стріляє сюди! Ті! Ті! Він стріляє в прохід! Не виходь! Не здавати в прохід! Не виходь в прохід! Я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивувати зараз чимось? Ти думав, що це так просто. Прийдемо на Майдан, постоїмо просто і все, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Все, вбили. For centuries, Ukraine has existed at the axis between East and West. In 1991, Ukraine declares its independence from the Soviet Union. In 2004, pro-Russian candidate Viktor Yanukovych wins the presidential vote. The election was found to be rigged. As a result, the people take to the streets in a peaceful protest called the Orange Revolution. They are successful, and the election results are overturned. During the years following, Ukraine struggles to find economic stability. 2010, Yanukovych returns. This time, the election is confirmed, and he regains full control. While promising EU membership to the public, Yanukovych secretly negotiates a competing alignment with Russia. In fall 2013, a key milestone approaches as Yanukovych appears ready to sign an association with the EU. Yet, as the people look to the West, their leader turns to the East, and the future of the nation hangs in the balance. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Їм щось пообіцяли, как бы сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении, а потом взяли так и... 21 числа прозвучало заявление Азарова о том, что они не подписывают соглашение. Решение призупинить подготовку до подписания угоди про ассоциацию и зоны вільної торгівлі з Європейським Союзом в Ашке. Послухайте, орать вы всегда можете, мы это знаем прекрасно. Это очень огромный шаг назад, это шаг даже не просто поколения назад, это к прабабушкам, прадедушкам Советский Союз. Это всколыхнуло людей, не потому что плохо жить, вы забрали шанс не у нас, у детей забрали. Мені написав мій товариш у Фейсбук. Бачив, Мустафа кинув клич. Пишу, бачив. Він каже, треба поїхати подивитись. Я сиділа на роботі допоздна, залізла в Фейсбук і перший пост чомусь побачила про те, що треба прийти на Майдан. Окей, закрив кришку ноутбука. І наступного разу я добрався до ноутбука вже через півтора місяці. Начиналось все вот здесь, возле стелы. Сначала просто люди стояли, и там человек, может, было 300-400. Все дивилися один на одного и казали, а де ж ті тисячі, яких закликав Мустафа? И в якийсь момент по 30-40 людей групками люди почали виходити з метро, з громадського транспорту, і буквально за півгодини назбиралося тисяча людей. Люди проснулись, люди вышли. И уже второй день под дождем я была здесь. Мокла, все заливала водой.
Я сюди прийшов через те, що кілька днів тому влада перекреслила долю України, перекреслила прагнення української молоді. Тому я прийшов сюди, щоб відстоювати своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє своєї нації, своєї держави. Уже Кличко підтягнувся, уже увидів, що тут збирається достатньо велика толпа. Він привез свій грузовик, і на ньому висів банер «Удара». И, кстати, так, как раз тогда люди заставили его убрать, этот баннер. И в основном это те люди, которые были аполитичны. Украина – це Європа! 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 Когда уже начали собираться студенты, стало понятно, что это уже, что здесь что-то будет происходить. Энергетика была. Вот это было, сказать эмоция, драйв, ничего не сказать. Даже сбоку люди злились, они говорят, так у вас просто фестиваль какой-то. Вы стоите, песни поете, танцуете. Мы тут, чтобы до вас еще Украина, здесь на Европа, скинуть режим, что зараз існує, и с приемы на хорошее майбутнє. Познакомилась со студентами, с которыми мы случайно остановились в кафешке, покушать не было места, мы сели за одним столиком. И я практически влюбилась в этих детей, потому как настолько их души светлы и настолько их души верящие. От ви подивіться на наскільки піднесені стан цих людей, піднесені не від алкоголю, не від наркотиків, а дійсно від того відчуття, що ми є разом. Я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. Люди прийшли. Їм правительство говорило о підписанні асоціації з Європейським Союзом, о том, що наконец-то у нас почнуться шаги для того, щоб жити як європейське государство, як частина цивілізованого світу. Чекаємо на завтрашнє підписання. Ну, в принципі, Майдан 2004 року починався так само, і люди відстояли свої права. Доказали, що вони просто, що в них є сила. Зробіть, як ми хочемо! Зробіть, як ми хочемо! Зробіть, як ми хочемо! Зробіть, як ми хочемо! В останній момент президент так і не підписав договір про вступ України в Європейський Союз. Достаточно много милиции, они начали окружать Майдан. Там сюда подходили атазаки, подходили машины. В течение всего дня было ощущение, что они готовятся к чему-то. Хочу сказать вам слово. Революция! 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 Девочки стали в середину, мальчики заполнили лестницу. Девочки начали петь гимн. Я падаю!
вместо вот этих дубинок резиновых выдали вот эти металлические палки. Сложилось впечатление, что они сами удивлялись, что после их ударов такие травмы наносились. Они сразу мне позвонили, я слышала ужасные крики, я слышала «мамочка», я слышала… Ну, все, я все в трубку сразу поняла. И хочется бежать, кричать, что-то ломать, потому что ты понимаешь, что ты бессилен перед этой машиной, зверской, ужасной. Там девочки были, там были дети. Девчонку лет 18 просто кинули и начали бить. Они били в спину, люди отходили, люди падали, они все равно били в спину. Просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що… Ну, коротше, вони не роблять людських вчинків. Коли ти їх запитуєш за що, то вони кажуть, дякую за те, що тебе не запакували, мовляв. Тобто ця фраза «міліція з народом, а дехто, який ви знаєте, з уродом», діє на 100%. Там таке бидло, що я розумію, чому наш гарант на місці президента знаходиться. Быстро прошел слух о том, что людей, которых побили, люди, которым удалось отсюда вырваться, которые не смогли выехать отсюда, они пошли в Михайловский собор. Мой товарищ, у него разбита голова, у него струс мозга, он в лікарні. Моя дружина, у неї дуже забита рука. Я нормально себе почуваю, в принципі, так, голову теж мені розбили, але нічого серйозного. Я його хотів, цю дубинку, забрати. І в це время мене другий з Беркуту, мене в око дубинку. Где-то в 7:30 приїхав Беркут. Автобус. Став у ворот. Що, як? Нашу провокацію. Ну, заберіть машину. Це в мене провокація, чи ви в церкву залізли? Ні, заберіть машину. Нормально, ми вас не тронемо. Я сказав, ми вас не тронемо. Нормально вам говорю. Бачите, я ж не… Надо раніше думати було. Що, ваші, іди подивися, то іди подивися. В Михайловському мы пытались вообще понять, наверное, первый раз, что произошло. И нам было страшно. И если мы не хотим, чтобы страшно было завтра, то сегодня нужно выходить и отстоять свою думку. Близько 11:00 уже на территории храма, тут места не было, заполнено людьми были. Открыли кухню там далі. Прийом теплих речей, і на вихід винесли кілька столів, де було інформаційне таке бюро. Медпункт зробили от здесь, от під стіною. Сюди приносили люди медикаменти. Тут були виставлені столи, де була інформація. Хотіли на корні сразу це все поламати, задавити, сразу, щоб навіть нікому повадно не було. Но реакція оказалась обратная. Для украинцев и для страны это было первый раз, когда власть откровенно и брутально показала, что она против мирной акции. Люди вийшли вже навіть від того, що втомилися просто. Тут вже навіть питання не стоїть Євросоюзу, що люди хочуть просто свобідніше жити.
Народ не роз'їдається. Нас повинні підтримати всі, хто має можливість приїхати до Києва зі всіх регіонів. Наша ціль – скинути цю владу. Я ніколи не бачила такої концентрації тестостерону, як на Михайловській площаді 30 ноября, коли вийшли сильні, здорові мужики, для того, щоб показати, що те, що відбувалося з дітьми, це невозможно, і цього не буде в цій країні. Якщо сьогодні побили студентів, завтра поб'ють кожного з нас. І тому, очевидно, це спричинило оцей марш мільйонів. Ці мітинги по мільйону чоловік – це надіжда на те, що нас повинні ж услышати. Там были с колясками, пенсионеры были, с палочками, инвалиды. Это было просто потрясающе. Мы поняли, что мы что-то можем. Вся країна один раз сказала, ні, так не має бути. Я хотів би, щоб ви всі пам'ятали, що ті європейські цінності – це їх дві. Це свобода і це гідність людини. І ніхто не має права забирати у вас свободу і не має права забирати у нас гідність. Це основоположні речі, за які треба боротися. І сьогодні ми вийшли сюди. Всі, незалежно від політичних вподобань, люди з різних міст, з різних регіонів України, які говорять різними мовами, всі вийшли за одне, всі вийшли за свою свободу і за свою гідність. Україна, ми всі разом! До мільйона людей в Києві возмутились такою безчеловечною жорстокістю. І вони показали, що громадянське общество не можна гнівити. Вот это меня очень сильно вдохновило. Наши люди не бесправные существа, наши люди не трусы. Дорогие братья и сестры, Янукович и его банда поднял руку на наших детей. Он думал, что мы проникаемся и скрываемся. Достаточно большая группа людей все-таки была настроена радикально. Когда ребята пришли из Ультраса и сказали мне, что они идут на Банковую, потому что они за девочек хотят отомстить. Все были настолько злые, это было видно по их поведению, по их лицам, на то, что произошло накануне. И все всерьез думали, что будет производиться захват администрации президента. Там впереди действительно стояли какие-то люди в масках, балаклавах, но вот по толпе, насколько я видел, стояли обычные мальчишки и девчонки, обычные люди. Никакой агрессии, только мирная акция! Тут зібралися прекрасні люди, які хочуть змін державі. Ну будьте реалістами, нас мало. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. Путем несложних провокацій внутрішніх войск
Были созданы условия для того, чтобы можно было начать этот штурм и сбивать всех подряд. Оттуда светошумовые гранаты, и периодически слезоточивый газ распылялся как раз в эту сторону. О, сука, блядь! Один из сотрудников «Беркута» и ударил меня по ноге. И я от боли оперся об этот забор, я не мог стоять и сел. Крестовские ребята, они просто втолкнули меня вот в подъезд и закрыли своими спинами. Пробежал «Беркут», все они пострадали, всех избили, но таким образом они просто прикрыли меня своей спиной. Больше всех избили вот тогда на Банковой моего товарища, хотя он лежал на земле. Его нельзя отнести ни к правым, ни к левым. Он просто человек, как многие из тех, кто составлял вообще основу Майдана. Швидку вызывайте! Что вы его мажете? Я просто намагався спитати, за що? Не вже вини з України? Не вже вони хочуть, щоб ваше дітно отримало європейське? Пошел призыв к тому, что офицеры запаса, нужна ваша помощь, вот, подходите к проспелкам. Мы сами собрались, группой там 20, ну, человек 20, да, мы сюда, потом сюда перебазировались, уже устроили баррикаду. Чем хорош был этот Майдан, это самоорганизация. Каждый знал, что он делает, он сам делал это, ему не надо было рассказывать. Была взята Киевская мирская державная администрация. Наверное, первый такой радикальный шаг, который начал формировать будущий Майдан. Thank you.
Я начала передавать еду на Майдан, начала передавать, узнавать, что нужно. Там теплые носки, трусы, шапки, рукавички. Я не представляла, как можно в такой вот такой Дубарь здесь находиться постоянно. Я преклоняюсь перед мужеством этих людей. Я на Майдане с первых дней видел, как оставались студенты на бессрочную акцию под этой стелой. И, в общем-то, переживал. Ну, благо, что я недалеко здесь живу. Это была самоорганизация, поэтому стоять на Майдане для того, покуда тебя не услышат. Пока тебя не услышит мир. Не виконуйте наказ бандита Януковича і його команди. Залишайте внутрішні війська. Переходьте на сторону народу. Во время переговоров, когда весь мир наблюдает, как же свободный украинский народ сможет справиться с этой ситуацией, власть попыталась поступить самым мерзким и самым подлым способом, который только существует за время человечества. Ото перші, коли прийшли беркути, з усіх сторон нас наче окружили Майдан, і з усіх сторон хотіли розігнати Майдан, щоб Майдана не було. Вони були зі щитами, вони були обмундировані, а ми, в общем-то, летіли з голими руками. Я дуже прошу всіх, хто віддали цей наказ, виробити злочин, можливо, найбільший в історії України. Не робіть цього, будь ласка, ми вас просимо. Женщин вот сюда вот согнали к сцене, чтобы просто их не зацепили. А мальчишки каким-то образом держали это огромное столпотворение «Беркут». Мы просто брались за руки и стояли. Что будет, мы не знали. Просто надеялись на что-то лучшее, но нельзя было какой-то провокации творить. Вони почали просто на рахунок так раз, раз, отако йти, давити, і ти просто відчуваєш, як тебе наче здавлює, люди тільки відпускають, вже починають відпускати руки, бо їх викручує. Я тоді почав співати гімн, хоч було тяжко, було. Але як тільки відчуваєш цю ідею, як тільки чуєш гімн, зразу руки стають міцніші, зразу всі зупиняються. Був не страх, а от було, а якщо їм удасться? Ну, якщо їм удасться все це порівняти з землею. І страх був не за те, що там будуть жертви, а страх був за те, що це може потухнути. Телефонували мені з першої ночі, і всю ніч буквально телефон розривався від дзвінків. І я зрозумів, що потрібно діяти, і тому, взявши благословення у намісника монастиря єпископа Агапіта, я з друзями побігли на дзвіницю і почали дзвонити усі дзвони. Сьогодні 11 грудня 2013 року, і на Майдані планується проводитись зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир
приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Останній раз Михайлівський монастир бив у набат. У 1240 році, коли на Київ почали нападати монголо-татари. Я очень боялась, что люди опять узнают обо всем утром с новостей. А потом, когда я начала видеть, как мои друзья приезжают, нам оставляют машины, бросают их, приходят туда, уходят вниз. Когда люди просто пешком идут и уходят вниз туда. Это нельзя было затушить. И очень много людей на своих машинах просто на проспекте Победы или там на Левобережке останавливались, подхватывали людей и везли сюда. Киевляне подтянулись, но у нас тут было уже 15 тысяч, поэтому милиция просто не смогла пройти. Эта ночь на 11 декабря, она показала, что как важно держать это кольцо вместе. I want to really pay tribute to the courageous people. I was in Medan last evening, as some of you will know, and I followed events through the night. I want to say right at the beginning that I really do condemn the use of force. It's totally unacceptable, especially when, like me, you've had the chance to see how people are demonstrating peacefully. More than anything, the message that I've been giving over these last days has been the importance of dialogue and the importance of listening to what people are saying. Это уже давно перешло черту денег, это уже давно перешло черту собственности, это уже давно перешло черту там накопления. Это уже стало вопросом, ну, на украинском хорошее слово, гидности, да? Это вопрос стало чести. Слава Украине! Героям слава! Майдан, я считаю, научил не только меня, Майдан научил украинскую молодежь самоорганизации. Майдан показал реальность их замыслов, реальность того, что в этой стране что-то можно изменить своими силами. Брали просто мешки, забивали снегом, заливали водой, и получались такие довольно прочные конструкции, которые даже потом, когда уже солнце светило, они сразу не таяли, потому что эти мешки со снегом в результате стали такой достаточно мощной опорой. Находили сварку, находили пруты, варили ерши. Ну, это уже такая более жесткая техника. Увидев эти баррикады, все ходили поначалу, просто обсуждали, о, так это же очень похоже, смотрите, как на современную сечь. Ну, так, соответственно, можно использовать те уже наработанные законы, правила, иерархию. Уже можно использовать та, которая была создана нашими предками. И тогда начались десятки, сотники. Здесь было очень много сотен, которые назывались по названию того города или той территории, с которой они приехали. Это люди были, которые пришли на Майдан, вот, просто победить. Это была армия народа. И, конечно, я пошел тренировать эту армию. Я учил их вполне адекватным приемам, которые можно противопоставить зверям в камуфляжной форме, которые были против нас. Начались тренировки, как правильно себя вести, как защищать своего ближайшего друга. Как контролировать свои эмоции, чтобы не стать провокатором и вести все, пытаться максимально все в рамках закона. Держали охрану Майдана по периметру, следили за порядком. Ни одной бутылки пива даже не было на Майдане, это факт.
Майдан — это ну, как бы много людей, активистов, которые стоят здесь. Автомайдан — это собственники автомобилей, которые были таким вот внешним кольцом кавалерии Евромайдана. Це як моя школа. На хоч школу не ходив, да на це школу раніше взагалі не ходжу. А ходжу сиди на Майдані. Я все время був волонтером в IT-наметі. Телефон це зарядка, записували якою. І ми заряджали їх інтернетом пользувати, да, давали, щоб з батьками могли зв'язатися. Президент Янукович підписав контракт з Росією, тим самим ще більше віддаливши Україну від вступу до Європейського Союзу. Братів Януковича. Він не дуже хороший дядько. А як він здував жінку на моїх глазах, його бар? Як дівчат били, хлопці били, мене щось побили. Я як приїхав сюди, почалась дружба моя, дружив з усіма, здружився. Вони стали мені як брати. Я почала спочатку на своїй фейсбук-страниці писати історії людей. Я о вас давно хочу написати. Да? Да, тому що а я где вас ви бачили мене? Я кожен день вас бачу. Да? Я хожу і... Я спілкувалася з Сережей Негаяном, я писала о ньому історію, розказувала, як він приїхав, откуда. Вот эта девочка меня рисовала. Рисовала, вот. Она меня рисовала. Да. Как бы мне в этой стране жить? Это мое будущее, то, что я здесь стою. Всі єдині і всі за одного. Брат за брата, свій за свого. На Майдані не було національності, не було язикових груп. Були люди, которым, которые не хотіли жити при режимі. З самого початку представники усіх конфесій були на Майдані як мужі молитви. Ми старалися всіляко допомагати духовно, не тільки молитися, але спілкуватися із людьми на Майдані, щоб люди не падали духом, щоб у людей була глибока віра у те, що вони стоять на правильній дорозі, що вони роблять добрі справи не лише свого особистого майбутнього, а для майбутнього нашої держави. Различные религии, различные конфессии, не вступая в противоречие, в конфликт друг с другом, объединились для достижения общих целей, которые для всех важны. Знаете, когда каждых 3 часа пели гимн Украины, у меня было впечатление, что гимн стал молитвой. Замість того, щоб вести діалог, з боку влади почалася законодавча вакханалія і диктатура. Хто за? Прошу підняти руки. 21 вік. Дякую, прошу. Цивілізована країна, все про, вони голосують, підіймає руки. Ну що ви робите? Взрослі дядьки, вони як в школі, блін, руки підіймають і приймають ці тиранічні, блін, закони, які настільки абсурдні. Нельзя одевать мотоциклетную каску.
нельзя одевать каску строителя, нельзя двигаться колонной машин больше, чем 5 машин, даже на похоронах и свадьбах. Я достал из шкафа свой горнолыжный шлем, нашел курточку пограничника, одел и ходил на работу. Говорит, арестуйте меня. С сотейниками, с кастрюльками на головах. Люди были в ластах и масках водолазных. То есть в каких-то чебурашках, масках. А багато людей в кастрюлях. Так. От вони забули про кастрюлі. Я думаю, що треба внести якісь поправки в цей закон. Такой иронией, с таким вызовом, то есть каждый, наверное, 20-й показывал этой власти, как он кладет на все вот эти новые законы, так называемые. Катализатором послужило принятие вот этого законопроекта, я не помню, как он назывался, от 16 января. Как раз вот после этого, в следующие выходные, когда было ВИЧи, потому что каждое воскресенье, да, делали ВИЧи, собрание людей на Майдане. Тому що пройшло вже 2 місяці і результата ні, це вже 9-те чи яке віче. Потрібен конкретний, чіткий план дій. Вийшли на сцену політики 19-го і знову нічого толкового не сказали. І люди були настільки розчаровані їхніми діями, що їх вирішили взагалі послати всіх. Я один такий, як ви. Всі ви знаєте, що таке Автомайдан, і всі ви знаєте, що ми робимо для своєї країни. Ми стоїмо рядом з вами. Мирним шляхом станемо навколо Верховної Ради, і ми будемо там стояти, я вам обіцяю, будемо стояти скільки потрібно. Хто погоджується, підніміть руку. Дякую. Звертаюсь зараз до кожного депутата України. Ви народні обранці. Кожен з них має прийти в сесійну залу і відмінити цей ганебний закон, який завтра нас буде саджати в тюрми. За що? За те, що ми висловлюємо свою громадянську позицію. Уговаривали их отойти, потому что мы хотим мирным протестом подойти к Верховной Раде. Все. Эти люди, которые кричали нам мат в ответ. Я звертаюся до працівників міліції. Ви давали присягу на вірність українському народові, а не банді Януковича. Розгородіть дорогу! Пайте мирним громадянам! Пока мы на правом фланге пытались мирно договориться с ВВшниками, просто для того, чтобы отвести людей, дать нам пройти, а на левом фланге началась суматоха, провокация, по большому счету. Кличко решил умиротворять, потом кто-то там Яценюк кричал, их уже никто не слышал, они уже не были авторитетами. Люди разочаровались в них, как в людях, которые могут что-то взять на себя, какую-то серьезную ответственность за что-то. Да, на Грушевского. Все, у людей лопнуло терпение. Они... Ну, в какой стране мира вообще вытерпели бы такие законы? Проще в тюрьму было садиться сразу. Надо было довести людей до какого состояния, чтобы банковский работник и адвокат не последний во Львове пришли на Грушевского кидать камни. Thank you.
Стратегически эта точка на Грушевского была очень невыгодной для нас и очень выгодна для силовиков. Начали стрелять резиновыми пулями, и когда начали приматывать шарики и болты к светошумовым гранатам, для того, чтобы монеты, для того, чтобы были осколки. Український народ має вирішувати, хто і що тут має командувати. Ми призначали цього президента, ми його беремо. Здесь люди не боялись. Вот более того, что намного страшнее было наблюдать за событиями дома по телевизору, чем прийти сюда и в них участвовать. И бросали отсюда либо коктейлями Молотова, либо булыжниками. Бензин, масло и цей селитр. Уже зболтуєш його. Береш тряпку якусь, суваєш туди або бінтик. Підпалив її спершу, потім кидаєш. А в основном вот здесь вот были набросаны и подбрасывали покрышки для того, чтобы больше было огня и чтобы дым, как бы, и огонь сдерживал атаку «Беркута». Были несколько дней конкретных противостояний. Все абсолютно были истощены уже самим противостоянием. Но на рассвете, когда самое меньше людей, уставшие, в этот момент они поняли, что «О, а слушай, а, о, у нас больше, давайте, ребята, короче, почистим». Сторони трошки люди непонятки, бо то і прості граждани, і прості люди запуталися між солдатами. Получилась якась така путанина. Коли починалася атака, міліція йшла вперед, «Беркут» ззаді, а тітушки ще май ззаді. Це ті люди, які не мають ні честі, ні совісті, які спродалися за пару рублів. О, бо там більш знаходилося таких людей, які випустили, яких із зони випустили досрочно. З таким предложенням, що ви повинні бути там, а не де-либо. О, за це ми вас лише відпускаємо. За ідею. Ви теж за ідею мерзнете. Тітушки, нет у них принципов. Люди, которые готовы за 100 гривен, мало там флагами помахать, они готовы человека убить. Тетушки любят только деньги, а за народ це за украинский не пошли. Тетушки, які стояли ззаді мене, які цього моменту чекали, відчисляли, вони мене й завалили на землю. Після цього підбіг «Беркут» і таким образом взяли мене в плен. Они больше себя унизили, чем его.
Он не опустил головы, он держался достойно. И это потом дало тоже очень сильный всплеск эмоциональный. И люди так вот стоят возле него на 5 метров. И он стреляет с дробовика в резиновый. Такие вот люди взяли палки, как начали фагачить. По ребятам прицельно стреляли по красным крестам. Я показую на кілька. Це червоний крест. Я його показую. Він мене а йому стрельнули в ногу. Тоді з'явились перші ранені з попаданням в глаза. І от коли ми третього чоловіка заносимо без глаз, от тоді я вийшла, і я розумію, що от я відчуваю панічний страх. Импровизированный медпункт появился возле ресторанчика «Сушия», как он называется. Туда приносили бутылки с водой, лимоны, уксус. То есть как люди себе представляли, что может помогать от газа слезоточивого, все они приносили. Утром, когда «Беркут» штурмовал позиции, они атаковали этот медпункт и разрушили его полностью, повыбивали окна. Вы пошли! Разглядите полицарства! Закинули шумові гранати, кинули потім газ. Після цього ми змушені були тікати. Всі медикаменти залишили там. Просто ми навіть не могли подумати, що таке могло бути. Мені здається, що серед цих патронів, які видавались ОМОНу, хтось спеціально вкладував бойові, ну, охотничі патрони. Дуже було страшно. Це, скажу по правді, було страшно. Коли почали бойовими стріляти. От тоді було ж, коли від тебе так от пролітає, так от воно, і попадає в другого чоловіка. Все хотіло задати питання. У вас родила мать чи волчиця? От, просто от, як можна? Свой своєго. На Грушевського саме важке було, коли я побачив, коли на натурі вони застрелили Негаяна. Как можно так? Человек настолько светлый, у него вся жизнь была впереди. И как вообще могло произойти, что он погиб? Каждый человек, который общался с Сергеем, говорил о нем то же самое. То есть, насколько это светлый, красивый и открытый человек. Нам досі не віриться, ми чекаємо. От я тут, я думаю, він там на Грушевському, наприклад. От таке відчуття. Не віриться.
они сделали ставку на то, что Майдан сам развалится. Но после событий вот этих вот, которые произошли на Грушевского, и после первых смертей Жизневский и Нигаян. Уже после этого как бы люди решили стоять до последнего. То есть это была такая своеобразная точка невозврата. Я понял, что все, этой власти пришел конец. Автомайдан у пасті. Головна подія цієї ночі – напади на активістів автомайдану. Ті вирушали патрулювати вночі як вулиці столиці, так і лікарні, куди привозять травмованих. Але на їх автівки стали нападати, а самих людей затримувати та викрадати беркутівці. На чорта пропали наші ребята. В общем-то, вот ми поїхали смотреть, а по дорогі... Это была ловушка, спланированная, четкая. Участвовали в ней спецподразделения «Беркут» и ГАИ. И вот мы попали там. Что вы делаете? Да что вы делаете? Это моя жена. Ребята, мы домой едем. Мы домой едем. Сначала они разбили машины полностью, вытащили нас на улицу, били. Потом затащили в автобус один, перевезли в Мариинский парк. Меня отпустили они. Ребят просто убивали, то есть, ну, травмы были очень тяжелые у большинства. И продолжили жестко убивать. Так людей воруют, вы нормальные? Там людей вкрали. Выключите, будь ласка, милицию. Милицию вызывайте, украли людей, похитили. Я думала, что я ребят уже не увижу живыми. С учетом, сколько уже на тот момент было и пропавших без вести, и искалеченных людей, то есть это было реально страшно. Пришел только что президент для переговоров с президентом Януковичем. После сегодняшнего дня прекращается силовое действие против людей со стороны «Беркута» и задержанные отпускаются. У меня нет гарантий. Я не верю, я знаю, что нас обманули уже много раз. Обманули каждого из нас. Даже если мы видим по дому, нас же все одно ловят. Нас же убивают. Нас же убивают по-маленькому, их не судят. Чому влада не судить себе? Важливо нам. Я не говорю, що ви протиріть, я не говорю про людям. Когда шел на очередное дежурство, на мне повисла младшая дочка, вот, и просила, чтобы я не шел. Папа говорит, я вырасту и сброшу их сама. Ну, я ей тогда ответил, что дочке говорю, если сейчас мы не сбросим,
тебе уже этого не удастся сделать никогда. Начался в ноябре месяце, выдержал очень такие моменты, скажем так, тягучки, да, момент, как бы. Вот пришел, наступил момент, когда то, что хотел Майдан, было сформулировано в этих вот политических требованиях, и они стали едиными для Майдана. Первое, о чем мы настаивали, о том, что надо выпустить политзаключенных. Второе, чтобы полномочия властные были равномерно распределены между президентом и парламентом, чтобы это были сбалансированные ветви власти. И третье, это вы настаивали на срочных перевыборах президента. Вот эти три политические требования стали как бы тем моментом, когда Майдан мог мирным образом завершиться. Это стало требованием февраля месяца, и эти вещи должны были обсуждаться и голосоваться в Верховной Раде. 16-го собралась процессия неготовых людей без оружия. Велика кількість наших патріотів гуртувалися на заклик Майдану зробити сьогодні мирний наступ. І я думаю, що зрештою депутатів дослухаються до слова Майдану. Считали, що как бы, мирний протест и движение к Верховной Раде, подкрепленное большим количеством людей, станет переломным и изменит события, нас услышит. Прийшовши туда, там вже нас чекали давно, і міліція чекала, і Беркут нас там чекав, і ті, так же само і тітушки чекали. Пригадайте перші класи, як вас учили любити Україну. Пригадайте, що вам казала перша вчителька. Что, чем это все закончится, но нас стали убивать. Тетушки, те, которые были в Мариинке до 18-го, и тетушки, которые были в Мариинке 18-го, это чуть-чуть разные люди. 18-го там были не стадо. Это была спланированная акция. Но то, что не делали даже милиция, делали они. Мне сложно их назвать людьми, это звери были. Поднялось черное облако над Грушевского, и мы поняли, что подожгли шины на Институтской. Мы пошли туда. Сверху на углу Шелковичной Институтской Беркут стрелял по людям. Мы
ж як присягу давали, що будуть служити українському народу, а вони служать не тим людям. Вони служать поганим. Привикли до поганого і ділають погане. Це некрасиво. Вони кидали в нас, не жаліли. Ми так само їх не жаліли, теж били їх, коли попадалися. Це не було фантастика, що по телевізору показують. Це була повна реальність. Такі же гранати, ружья, вони були на місці, а ми прийшли до них у гості і безоружні. От, нам прийшлося опять відступати на Майдан. Все сверху. Возвышенность это вот возле Жовтневого. Мост все было занято ими. Вот. И у них отличный обстрел. Сектор обстрела просто идеальный. По военной тактике я понимал, что мы просто в ловушке. Наши брати и сестри, на яких ви зіймаєте свою руку? Когда вот случалась уже эта ситуация на Майдане, за этими людьми, которые там стояли, были люди, которые на коленях молились на розарію. Коктейлі почали скидати оттуда, нижче, з висоти. Коктейлі почали скидати на нас. Ну, наши тоже не растерялись, поняли, ну, раз уже горит, надо подбрасывать, короче, шины и тогда их травить этим дымом. Какие-то высшие силы были на нашей стороне, и дым пошел как раз травить их там, на верхушке. Багато кому було страшно. Ми все так стояли, не тікали. Я спершу з рогатки стояв, на них стріляв, вони там стояли. Ну так, попадав у них бувало. Це було дуже... Драматически самая сложная ночь. Она была почти без слов. Мало кто с друг другом общался. Люди просто ходили, знаешь, и заглядывали друг другу в души, в глаза. Я никогда не видел такой храбрости. Я уже смотрел, знаете, на них, да, и думал, когда побегут. Я бы их понял, если бы они побежали. Они не бежали.
Они стояли насмерть. Ну, может, это сейчас кажется громкими словами, но тогда это выглядело именно так. Ребята стояли насмерть. Получается так за Украину. Союза, когда только начиналось, они сверху зашли. Профсоюз в тот момент использовался в том числе как госпиталь, там было много раненых. На сьогодні близько 20 загиблих, більше 400 поранених. Масове вбивство відбувається людей. Милиции для того Беркут, когда пошли отсюда, начали бросать светошумовые гранаты. Мы сделали все для того, чтобы этот штаб сгорел. Потому что это был штаб революции. И когда начался пожар, самая главная как бы, беда, проблема была в том, чтобы вынести оттуда людей, которые, может быть, даже сами не могли передвигаться. Тримай, тримай! Здесь, конечно, получилось, что и погибли здесь, вот именно, в самом здании. Це був другий випадок, коли Михайлівський Золотоверхий монастир з 18 по 20 лютого знов став місцем прихистку людей. Ми організували на Михайлівський госпіталь. Ну і опять кухня, теплі речі, все остальное. Видів медиків. Ну, фактически со всей Украины, из Киева, из Львова, из Винницы. Люди приезжали здесь вахтовым методом, они просто приезжали, дежурили, оказывали помощь, везли все, что могли. Пам'ятаю, що спочатку носили просто люди, там ліки, харчі, потім почали привозити вже бусами з Рівного, з Черкас приходили медикаменти. А на заднем дворе был морг. Для 30 загиблих таких практично підтверджених. На жаль, ми не маємо жодної інформації про тих загиблих, які забирав Беркут у Маріїнському парку. Далі, 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 далі. О, все, 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 все. Собирались, но никаких конкретных действий толком не было.
Мене винули, я через другу барикаду пробіг 16 років. Думала, що маленький, не за мені сюди, типу. Беркут, некоторые из них ходили уже здесь по обгоревшим местам, но люди начали их забрасывать всем, чем можно, и тут в какой-то момент прозвучала автоматная очередь, которая просто поставила в тупик всех. Народ думает, что все, беркута уже идут стрелять с автомата в народ. А внутренние войска, которые были на этой вершине, думали, народ уже с автоматами идут на них. И они начали отступать. Остались беркутцы, которые открыли огонь и начали стрелять. Народ, в свою очередь, когда поднимался по этому холму, это самое страшное, понимал, что ее можно взять только большими жертвами. Перестрелка велась там, с той стороны были бетонные блоки, за которыми прятался беркут, и они стреляли оттуда. Звісно, вони відстрілювали, вбивали наших людей. Ну, що робити? Ми знали, що якщо ми зупинимося, це опять буде неправильно. Вони далі будуть. Якщо вже почали, значить треба справу довести до кінця. Если вы посмотрите, вот здесь пооставались вот следы от пуль. Четко понятно, откуда шла стрельба, по кому. Мы не будем со смерти заради свободы. И свобода будет за нами, и свобода будет наша. И мы переможем, и Украина будет в Европе, и она будет среди всех вольных народов света. И она не будет рабами, а мы будем вольными. У меня погиб здесь друг мой, Витя Чмеленко. Он с носилками побежал вверх по Институтской для того, чтобы выносить человека. И вот и видно, как он наклоняется к этому раненому для того, чтобы положить, его убивают. Нет слов, кто их родил, какая мама их воспитала, чтобы просто в прицел высматривать самого, который хочет помочь другу. Стреляли даже священнослужителя.
те, которые убивали людей, для них не было ничего святого. Они бы могли и священника убить точно так же, как и всех других любых протестующих, погибших в эти дни на Майдане. Снайперская атака показала, что это не просто сафари. Это ненависть к братьям. Раненого треба забрати, але нести! Ще двох! Они лезли со щитами под эти пули и не считали, что это геройство. Я пытался как-то образумить, что ему нельзя, что все, что могут убить. А эти дети имели один ответ, а мы сюда пришли умереть. Ну, сделать эту страну нормальной, она заставляла этих детей здесь просто идти на пули и гибнуть, понимая, что они могут умереть и не вернуться. Но... Алло! Я на институтский, само переду. На институтский! Сейчас я не чую. Уже тебе можешь что-то сказать. Скажи маме два слова. Устав. Алло, тільки що встав. Зараз ми з татом цей їдальні їмо. Короче, Мойсей Василь Михайлович він. Мойсей Василь Михайлович. Ти що любиш? Мойсей. Я чув, що ти щось там типа наші не їсти. А ти де? Пан, я хочу, щоб ти знав. Сука! Пан, ти. Я тебе люблю, я тебе... Йоу, все. Знаете, что было еще очень сложно? Принимать решение назначить кого-то умершим. Наверное, есть вещи, которые ты сам себе простить не можешь. Потому как, когда ты качаешь, и в это время приносят еще, еще и еще, и ты понимаешь, что вот ты сейчас качаешь этого человека, и ну, тебе надо этому помогать, потому что ну, пулевые ранения, да, это угрожаемые жизни. Обрезай голову! И ты вот когда закрываешь глаза человеку, ты как бы принимаешь за него решение уже все, стоп, качать. И пересаживаешься к другому. Вот это вот право назначить кого-то умершим, вот это, наверное, самое сложное из всего. После всех войн в этом мире мы до сих пор решаем все проблемы,
убивая друг друга. Здесь гибли лучшие, что у нас было. Вечна память, вечна память, вечна память. Я зрозумів, що ми платимо шалену жертву. Хочу подякувати. Почули те, що наші лідери, якщо їх так можна назвати. І дуже важливі речі, які сьогодні відбулись в Верховній Раді. Добились того, що у нас будуть перевибори там в грудні. Геть! От, тобто, і я пам'ятаю, тато сказав фразу, каже, ну все, нам кінець, каже. Того, кого не добили, доб'ють, того, кого не посадили, посадять вже точно. Відбулись маленькі перемоги. Маленькі перемоги, дякуючи кожному з вас. Я просто-напросто зрозумів, що так не може бути, що ті хлопці нам не простять, якщо ми підемо на умови домовленостей політиків. Хлопці, слава Україні! Я вам скажу так, що ми прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною, ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Мого побратима з Яворівщини застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть з цієї вбивці руки. Ганьба! Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди? Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите заявою, щоб Янукович пішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Прошу, шановні колеги, проголосувати. Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє: перш, встановити, що президент України Віктор Янукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге. Призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє. Ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Рішення прийнято! Ну,
23 года имели свою независимость на бумаге. Но сейчас мы даем столько жертв за нее, что она должна быть реальной. Майдан – это была маленькая территория большой храбрости. Ради того, чтобы наши дети жили в нормальной стране, люди шли на смерть, даже не имея детей. Да, пришел народ, и этот народ сказал: мы есть власть. Мусульмане, иудеи, христиане разных конфессий, буддисты, люди просто неверующие, да, с таким уважением относились друг к другу, что можно сказать, что родилось новое сообщество. Слава Украине! Героям слава! У нас есть эта родина, нам 20 лет. Мы родились уже в независимой Украине. Поэтому мы точно знаем, где границы нашего государства. Мы точно знаем, что такое Украина, что такое патриотизм. Удивительное поколение. Люди, которые выросли вот за время независимости, они выросли свободными людьми. И свободного человека на колени не поставишь. Майдан – это было то однажды и то по-настоящему. Когда все поняли, и что такое единство, и что такое патриотизм, и что такое Бог. –